Вы на канале Пиво Декор, и сегодня я хочу поделиться с вами идеей простой, необычной и очень бюджетной фотозоны. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Скажу вам по секрету, время от времени ко мне приходят интересные идеи, и я ими делюсь. Так что, возможно, в одном из видео вы найдете что-то интересное и полезное конкретно для себя. Сейчас будем делать абстрактные узоры из горячего клея и потом крепить их к гофрированной бумаге, к нашему фону, собственно говоря. Для того, чтобы они не прилипали к поверхности, мы ее обработаем кремом или маслом, вы можете это сделать. Так, начнем. Я начну со спирали. Теперь я хочу сделать, например, такой большой листик. Так, теперь снимаем наш листик. Сделаю еще, например, такой произвольной формы фигурки. Теперь все выкрашиваем в золотой цвет. Я окрасила все детали, теперь ждем, пока они высохнут, и возвращаемся к нашей фотозоне. Я для проекта также использовала искусственные готовые цветы, и вот сейчас такие синие гортензии, я думаю, более чем подойдут для этой фотозоны. Так, в произвольном порядке я буду крепить такие синие гортензии и вот эти золотистые детали, которые мы с вами сделали из горячего клея, к фотозоне. Буду крепить с помощью обыкновенных скрепок. Я наконец прикрепила абстрактные детали, которые сделали, цветы. Вот так это все выглядит с выключенной гирляндой. И сейчас включу гирлянду, посмотрите, как включенная. Сейчас я включила гирлянду, в темноте это выглядит так, к сожалению, видеосъемка не передает всей красоты и деталей. Кстати, если вы будете делать что-то подобное, я вам рекомендую использовать светодиодную гирлянду, не такую электрическую, а светодиодную, там мерцание более такое интересное. Используя такую идею для фона, вы можете использовать разные цвета, делать разные абстракции или какие-то фигурки. В общем, использовать свою фантазию на полную мощность. Ну а пока, до новых встреч, пока-пока!